забрали коньки и идем на каток. Я, кстати, первый раз, а Маша уже второй. Да, вот. Идем. А вон лавка там есть. Серединки дальше. Жив-жив фонарики. Вот такая красота. Вау. Собираемся. Маша одевает свои конечки в их личную обувку. А вот мои конечки. Я сегодня на катке розовая зефирка, а это моя половинка, розовая шапочка и розовый шарфик. Покатались. Вот экспозиция, которая была, ее перенесли внутрь. Она стояла на таких холмах около экспозиции солнца. Очень, между прочим, интересные. Вот такие интересные экспозиции. Мох, разные деревья. Запотело даже все. А это похоже на Викторию или земклубнику. А, это земляника, это реально земляника. Тут даже есть градусник. Термометр в смысле. Тут около 13 градусов внутри. О! И здесь какие-то цветы, цветы. Там влажно внутри. Так интересно. А, это же под снежным одеялом. Ландшафтное бюро Маки Луки. И никогда еще не бывало, чтобы февраль наступил раньше января, а сентябрь раньше августа. Ну, это в точку вообще. Это очень красиво. Все расцветает. Прелесть. Это очень красиво. Какая еще композиция? А это вербы. А здесь, кстати, 16 градусов на термометре. Можно кофе попить, чай. Мария ходит. Само помещение такой ангар огромный. Все, мы переоделись в обувки, выдвигаемся. Перед 8 территория. Я думаю, территория. Очень красиво, все в огнях. Снеговик. Вот мне нравятся вот эти фотки. Вот этот паровоз мне все равно очень нравится. С подарками. Все, каточек работает до 8. Нас всех попросили. Вот эта горка. Красиво, все равно очень красиво. Маша, а хочешь сфотографироваться с этой? Снегопад. Мы пришли на площадь драмтеатру. Здесь у нас поющие фонтаны, танцующие. Теперь они светящиеся лазерные лучи. Там еще шар. И второй. Красиво. Еще музыка бы играла слегка, как и фонтаны.
Мотылек это наша пермская. Из Могилов и Рустам, и Лев Безматерных. Россия, Пермь, Ялта. Мне нравится, что у девочки здесь вот так вот хвостик торчит. Она едет на велосипеде, и у нее торчит хвостик с другой стороны. А-а-а, какой снегопад. Мы здесь третий раз. Третий раз уже здесь. Это бриллиантовый букет, Машин любимый. Это Красноярск. А мой любимый это вот этот вот. Со звездочкой. Хрупкий мир. Николай и Андрей Кокорин. Курган. Вот эти две. Две обезьяны и женщина. Очень красиво. Вот это мне еще очень нравится. С крыльями мечтатель. Это Красноярск, Санкт-Петербург. Красиво. Ах, как красиво. Эксперимент — это Пермь. Иван и Елена Смирновы. Народу полно, все фотографируются. Просто. Мы третий раз, второй раз за день и третий раз за эти два дня. Маша гуляет. Уже устали. Но в такой снегопад очень красиво. Песочные часы, девушка. Мне это, если честно, напоминает какую-то открывашку больше. А это такие ангелочки. У елочки. Время не ждет. Чебоксары, Красноярск. Это второе место заняла скульптура. Путешествие вне объятий. А, это Якутск. А это скаты. Тоже здоровски. Это работа Владимира Екатерина Бурсукова из Хабаровска. Интересная, интересная работа. А, и вот это мне очень понравилось. Всегда много зрителей около этой работы. Мне нравится. Лебедь, кораблик там, женщина, рыбки. Осеннее пробуждение. Эта работа была Екатеринбург-Пермь. А вот эта работа тоненькая. Капельки хочется подергать. Красивый. Где?
Санкт-Петербург, Пермь. Пархоменко и Анферов. Красота мгновения. Красиво. Мне вот этот вот низ нравится. Что они сегодня немножко подтаяли. И как-то красивее свет, да, падает. Плюс снег. Мне нравится. В такую метель красиво все. Да. Пойдем. Пройдемся. Вот эта рыба, это тоже... Вот эти первые скульптуры сюда собирают много народу. Я сначала думала, это что-то по типу писающего мальчика, вот эта вот скульптура. А на самом деле это борьба с информационным пространством. Маленький удильщик. Это Беларусь, Москва. По-моему, третье место и приз капитанов они заняли. Такая рыба. У него такой красивый хвост. Просто великолепная работа. Тонкая. И вот эта работа мне очень нравится. Бабочка сидит на носу. Называется «Грань». Это Нижний Тагил и Комсомольск на Амуре. Красиво. И сзади такой, это скоробей. Ну, в общем, это очень красиво. А, эта работа мне тоже понравилась. Это рождение Венеры. Это город Москва. Мне понравилось. Это интересный силуэт. Интересный силуэт. И, кстати говоря, это похоже на пуповинку. Это такое интересное. Интересно очень. Эта работа называется «Обед художника». Вот лежит вилочка. Ну, это похоже на доширак, мне кажется. Ролтон лапша. А это дама, ты прекрасна. Это Екатеринбург, Евдокимов и Соловьев. Первое место. Такие волосы развиваются тонко. Хочу еще посмотреть, какой город. Вот эта работа, я забыла. А, это Рязань. Это Рязань. Якутия очень тонкая работа. Вчера мы так и не поняли, здесь вот обед художника был без вилки. И без вилки вообще непонятно, что это такое. Сейчас я сразу же подумала, что это лапша. Вот как один элемент меняет всю композицию, и сразу же догадываешься, о чем это. О чем это. Так, ладно, пойдем. Немножко странная композиция для фестиваля. Они так видят. Художник так видит. Все, погнали по домам. Вот какие утонченные работы. Все, мы покидаем на сегодня эту площадку. Зимний вернисаж. Это 7-й Кубок России по снежной и ледовой скульптуре при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, культуры Пермского края, администрации Перми и некоммерческого объединения Фонд скульптуры России Единение. Вот такая вот выставка, но очень здорово. Вот эта рыба, она просто восторг вызывает. Вызывает восторг эта рыба у всех. Утонченность, волк с бабочкой на носу, гориллы. Да вообще все работы прекрасные, интересные, здоровские, тонкие. Вот эта лапша даже, возможно, она не очень нравится по смыслу, как другие. Но посмотрите на сами линии, это тоже очень сложная и трудоемкая работа.
Вот так вот я встану. Ну, конечно, женщина первое место занимает. Удивительная, тонкая организация женской природы. Мне очень понравилась эта работа, как и всем. Напоминает, конечно же, дерево. Это все-таки волосы. Все, вылетаем мы с выставки. Так, опять разогрели машину. Все падает и падает. Садимся, загружаемся. Прощаемся с центром. А что это такое у меня? А, это вода, падает снег. Итак, у нас установили зеркала. Классно, теперь в лифте есть зеркало. Итак, этот день уже заканчивается. Сейчас буду я пить кофе с молоком и с блинчиками. Волосы уже вот так отросли. Вообще отросли от снега такие. Первые локоны такие влажненькие. С собой пуховичок, шапка. Взяла куртку у сестры, эту зефирку. В ней тоже в прошлом году ходила, короче. Классно покатались. Чуть-чуть, завтра еще пойдем.